23 августа на открытой площадке галереи «Артбаза» в рамках фестиваля симпозиума скульпторов и художников «Сад современного искусства» прошла презентация скульптурных экспозиций. Для гостей была проведена экскурсия, в которой были представлены авторы их произведений искусства, выполненные из разных материалов. Похищение Европы. Это Европа, это кто? Это бык. Да. Судя по форме рака. На сегодняшний день для нас интересно создание вот этого сквера, который запланирован вокруг галереи «Артбаза». Это инициатива Сергея Пахомова. В прошлом году он часто бывает на наших выставках, на наших событиях. Он предложил: давай вместо вот этих сожженных домов сделаем здесь сквер. На что мы ответили: давайте сделаем не просто сквер, а сад современного искусства. И вот мы подготовились за год, провели вот этот вот большой пленэр, семинар, фестиваль. На нем мы сделали порядка 15 скульптурных групп разных самых, разного размера. И сейчас из этих групп что-то будет выбираться, и наши художники пространственного дизайна уже поместят их в то пространство, которое станет садом современного искусства. Можете рассказать, пожалуйста, о своем произведении? Конечно. Ну, это как бы абстрактная такая композиция, называется «Путь». Вот. То есть, что он извилистый, что он то много, то мало, и что как бы крутится, и, ну, хоть, как бы сказать, есть начало, есть конец. Вот. А в целом это, скажем так, такая энергичная, натянутая субстанция. Как вообще пришла идея создания именно вот такой работы? Ну, откуда появилось вдохновение? Вы знаете, у меня много просто вариантов. Я как постоянно работаю со скульптурой, и я уже накопил несколько вариантов всяких разных эскизов. То есть я думаю, я их меняю. И когда мне предлагают, все, нужно что-то сделать на симпозиуме, я вижу камень, я вижу, что у меня эта композиция подходит под этот камень, я просто беру и делаю. Вот. Бывает, правда, так, что они говорят конкретно, вот нужно сделать либо это, либо уже выбор есть. Все присутствующие выразили надежду на продолжение увлекательных фестивалей симпозиумов и на то, что открытая площадка галереи «Артбаза» будет и дальше радовать всех своими творческими идеями. Мария Ревека, Ярослав Акимцев, «День города».